начнем с того, что мы встретились, это магистратура из нашей кафедры, и в странный период моей жизни, когда я не знала точно, кто я, где я, что мне дальше делать. И я сделала открытие больше себя, наверное, больше себя узнала, насколько это возможно. И, наконец-то, начала действовать в определенном направлении.